Transformator kanali orqali tanilgan o'zbek blogeri Azam Xo'jayev. U Tojikiston Respublikasida tug'ilgan, millati o'zbek, hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi. U qurilishda kechgan og'ir mehnatlardan so'ng o'z biznesini telefon sotishdan boshlaydi va hozirgi kunda carsharing, carousel va blockchain, bitcoin bizneslari bilan faol shug'ullanib kelmoqda. Bugungi intervyuimiz orqali siz Azam Xo'jayev va uning biznesdagi yutuqlari sirlari haqida batafsil bilib olishingiz mumkin. Video yoqsa kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, like bosishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, sizlar bilan Rahmon Rustam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Azam Xo'jayev, ishlayapsizmi? Rahmat, avsozlar, sekin-sekin. Juda ko'pchilik sizni taniydi, juda ko'pchilik tanimaydi. Именно Москвада, Санкт-Петербургта, хулас, Россиядаги, өзбек бизнесменлар билан таништираман да аудиторияны. Доброго шу бизнес билан шугулланинглар деп. Энди сизге саволим шуки, канчалик мана шу өзбек урф-одатларига, өзбек нималарига нима қиласиз да, қандай таянасиз? Или на русском объяснить? Короче, мен өзбек тилида уже секин-секин Естен чыгып кетипті, факт, чүнкі біз фақат дадамын гапырамыз да, өзбекшелап. Үшін словарный запас жүлі кам. Бір хыл қиын сөзлерді чумаймайын. Үшін перемешка интервью бөләді, өрісшілі өзбек тіл. Агар мен брон гапызды чумасам, естен өрісшелап. Хорошо. Қайырдансыз? Мен вообще Тожикстондан. Қайырдан Тожикстон? Ленинский райондан. Душанбенин тагида. Тожикчаны биласыз, значит. Тожик кам-кам еді, но көп білмеймін мен, да. Шу Тожикстонға барғанда бабушкам дегенге, мындай, бір нәрсе магазинде сатып аламын, мындай, бір-екі адамнан пару слов перекинемсе шунақа, да. Нормально, жақсы Тожик тілі. Атаң милләтіңіз өзбек? Да, дадам өзбек, дадамды дадасы где-то 30-40 yıllar Özbekistondan Tojikistonga ko'chib ketgan edi. Hozir bu yerda asnavni ish qanaqa sizda? Mening ishim asnavni carsharing. Carsharing. Kim bilmasa, Özbekistonda carsharing bu pominutnaya arenda avto. Bunda не суточная, а поминутная. Телефоннан келасыз, разблокировка, өтірасыз и за каждую минуту 6 рублей нарх тұрады. Қанаға машиналар бар өзі? В основном отечественный, Lada Granta, Datsun, Sandero. Tesla якында көзілі? Tesla онда чисто маркетинг, да, битті машин бор там. Чынарлы. Енді Өзбекистонға оқырғы март қачон бордыз? Өзбекистонда уйыл бордым сентябрда. Сентябрда. Катта конференция борды, өші әңгі выступатқы ғаны чақырыш бұды. Бір Питерге сіз чақырсайыз, шу біз чақырсайды? Бір бизнес конференция өткізсай, қанай, нема дейсі? Мен жүді оста очень аккуратно отношусь к конференциям, чүнкі көп конференцияда инфо-цыганлар выступат қылады, да? Как сейчас вот есть такой хейт, да? Мода на это, да? Бизнес-молодость, синергия, Аяс Шабудинов. Мені часто приглашат қылышады, лекен агар мен қарасам, что в списке выступающих есть кто-то из этих людей, то я отказываюсь сразу, потому что бір матта шу адамнан бітті сценада выступат қысайыз, кен адамлар айтады, а, сенам инфо-цыган, а, дейді, айтады, обучает людей, на этом зарабатывает, сам ничего не знает, дейді. Шу үшін қиын, да. Өзбекистонда, понятно, инфо-цыган даже ички білмайды, кем инфо-цыган. Де, мала бар ұстап. Биткоин хақыда сөйрем оқчыма. Жүді көп юртошларымыз чүнмайды, нема о, озгіне чүнче берсіз, и нечті оз биткоиніз бұл? Биткоин, цифровая валюта. Блокчейн. Өзбекистонда, наверняка, Боркиви, елке Яндекс деньги. Одамлар чүшінады күн нема о. Өшені өзі, лекін просто Киви, Яндекс деньги, бұл централизован, хөжайыны бор. Кивіні там. Киви, Яндекс деньги, Яндексі хөжайыны бор. Шүнкі, олар шу үшін, оларына управлять қылышы мүмкін. Агар сізді кашелогізден пүлді замарозы қылышы мүмкін, торт волышы мүмкін, сіз өке отказать в обслужении. А биткоин – цифровая валюта, у которого хозяина нету. Просто нету. Придумал кто-то, никто не знает кто, все этим пользуется. Его смысл именно в децентрализации. Нету централизованного хозяйства, никто не может решить, что с ним делать. Неконтролируемый рынок. Абсолютно демократическая, да, история. Вот это если совсем просто. Чунай, хоз нечто биткоин из был? Небезопасная информация, ай тоже. Чунки, у меня за это мы юста биткоином бордима. Ну, я хабораман, паяльник на ушляшаде. Переводили, да, там. Чу биткоин, да, перевод хагампайт. Бербернал, дашь мумкин, мы оба? Yo'q, agar men sizni yoningizda
отправить дебью сам, тамом кетте. Башка не отменить нельзя, не вернуть нельзя, ничего невозможно сделать. Да. Даже если ты ошибся кошельком, невозможно ничего сделать. Все, он улетел навсегда. Ага. Ини барбир сөйлемесем болмайды. Партнерге мылоза отношения канака? Hiç канака отношения yok. Şu fevralda biz tamam kıldık ama любой гапты. Şundan başka lekin şov kılıyla. Xotinimle lekin gapıram. Ha, xotinimle gapıyorsa. Lekin şov yaxşı çıktı da, mana mesela. Ha, naslavı böyle. Siz kaç pul verdiniz şu yani именно şu kanalda? Birinci martta mən 3,5 milyon pul verdim. Birinci bir reklamada kin tillo soat sotib oldum 2 milyonga, i kim pomela çıxdı. Plus maşınını sotib oldum qimmat 7 milyonga. Lekin show edi bu. Yox, puldan aslında mən naturalni verdim, lekin prosta işim aytmadı da, mən pulga sotib oldum deyə. Aha. İndi hozir siz bu yerdə mana Rossiyada глазами россияни, агар караса россиянинларды. Сиз энди өзбек да, мисал сиз өзбек номын көрсөтөпсүз, туурабы? Ха, туура. Энди сиз кандай нима деп ойлойсуз? Мен şu yalğon bilan mana shunaqa show bo'lgani, bu normalni bo'limi yoki yaxshi emasmi? Men YouTube'ga kelganimda men absolyutno hech nimani tushunmadim. Men keldim, чтобы купить рекламу. Любой бизнесмен келди интернетке реклама купить. И одам айтыпты, мен профессионал дейди, давай шундай кыламыз дейди. Майли дейсің, пүлді оқшы бер, мен қарап тұрама клиентімді дейсің. Мен қарап тұрдым, клиент действительно келді, зұр келді, яқшы пүл мен ішіладым. Кейін, отношені болмағандан кейін, сіз шықасыз, адамлар сұрайды. Қандай бөлді дейсің, сот олдым дейсіз, шоу қылды, шынақы пастаны оқылды, кино оқылышты дейді. Қандай, ялғон десек болады ма? Ялғон, что шындай қылу дейік. Мен келіп шықтып өзім айтым, біз шынақы пастаны оқылды деп. YouTube'da без постановок бумаги. Например, мы на вас келдик, салон наштик. Бу чисто на камеру, чунки без бундан олды салон наштик. Конечно. Бу постановок получается. На самом деле. А бизнес-то, факат каршеринг ми, яна бор ми? Йо, каршеринг бу энг катта бизнес. Энг катта бизнес. Мен биткоинда көп пул ишлегенимде, каршеринге 2 миллион доллардан көп пул ташадым. Вложиться кылдым. Вложиться кылдым, а озыр, помимо этого, ювелирный бизнес, майда, относительно майда. $10,000 ойга алып келади. Москва үчүн майда, там Өзбекстан үчүн нормальный бизнес. Кин магазиндерим бар, спортивный питание, кин şu YouTube, Instagram жакшы пул алып келади. Агар рекламодателлер катта рекламодателлер келишти башлады, жакшы пул берет азыр. YouTube-да. Бу ям бир бизнес. YouTube нулевой. YouTube азыр бронтин пул алып келмайды, Instagram катта пул алып келади. Ойга азыр лето не сезон. А, например, весной, харой там 50 миллион, 60 миллион доллар пулок келады. Инстаграм только. Инстаграм нызы. А, мен шында ойлап чықтым, инстаграмды пулок келса, значит, ютубден бошлаш керек. Ютубам, мұндан ам катта пулок келады. Лекен, мен уже көп вложиться қылдым ютубге. Қанча вложение бөлді? Аппаратура, аманарза, реклама? 250 миллион доллардан ошты. 250 миллион доллардан ошты. А, чунки... Ютуб каналға вложение. А, бұл расходка көп пулок чықырапты. Интеграция с блогерами. Например, машиналарды сатып алам, розыгрыш кылам. Ана озыма. Гардейдин машина канчага түштү? 2 миллион 100 миң. Бул неч пул болот? Где-то 35 миң доллар. Ну, бул средний рынокта эм такая же цена этот машина. 20 миң доллардан башланат. X5 эм просто мусор болушу мүмкүн да. Чүнчү мен 35 миң долларга машинаны алдым, бир айдан кийин розыгрыш кылам. Пул расход кетти. Розыгрыш шарттары канака болот? Просто просто подписаться на канал там. А канака образ билан силар вот. А, специальный сервис бор, ошенге запись кыласыз. Сейчас мана комментарий надо. Биттасын случайном порядке топо дейсиз. И сервис өзү айналады, биттасын топто алады. Тамам. Ана одам выиграл. Тамам. Просто на ровном месте. Бу хамасын раскачка нима кылган каналда раз. Бизнес, чүнки мен сизге окшоп бизнес аудиторияга нацелен, бизнес аудиторияны очень кыйын да привлекать кылганы. Очень медленно растет. А мы как предприниматели хотим, чтобы все быстро развивалось. Поэтому мы вынуждены вкладывать деньги в рекламу. Понятно, что аудитория, которая приходит с розыгрыша, она не совсем целевая, да? Но там, например, от Гордея пришло 150 тысяч человек. Из них там минимум, если 10% останется, хорошая, активная аудитория, мне этого нормально, мне этого достаточно. Я потом смогу с ней работать и смогу вместе с ней расти дальше уже органически. Энди мына YouTube-да, YouTube канал отчитан, максат нима? Дальнейший канакаңдар проект бормы именно YouTube-ка или просто зарабатывать с рекламы? Просто зарабатывать, но не с рекламы. Инстаграм, Ютуб площадка у собственной маркетинговой площадки. Ага. Ман, например, бір ярым ой олдын, мен шерігімнан, жөрімдан
yarim dolasini yulin biznesini sotib oldim. Voy 200 ming oyiga pul olib kelardi o'sha biznesi. Hozir men YouTube'ga ko'rsatdim, odamlar bildi, hozir 10 ming dollar olib keladi. Tamam. Hech nima hech kimdan reklama sotib olganim yo'q. O'zingiz biznesingizni o'zingiz raskachat qiladi. O'zim reklama beraman, o'zimning biznesimni raskachat qiladi. Karshering biz 1.5 yildan ichida bronting pul tashamadik reklamaga. Bronting исключительно meni o'zimda i meni sherigimni медийный охват позволил уж куп клиент топкан. Шуна, эни я интимный вопрос был, там религия, да? Да. Вот сизда именно канака религия. Мен дадам мусульман, шучу, мен ам узимду мусульман деп соблайман. Лекин мен онам татарка христианка. Шучу, мен эй майдалигинда хам Библияны оқудым, хам Коранды оқудым. Коранды оқудым, лекин иштимасын чушмалдым. Понятно, да? Лекин, чунки узбеклерда дада главный, шучу, нема дада десе, ушена хламыз. Мусульман. Лекин мен, кане десам, мана одамлар өзіні мусульман дейді, яки одамлар өзімді христианин дейді, крестик отопады, борып ичшады, борып оғырлашады. Мен шунақа нәрсаны түшімей ман. Мен дадам мусульману, лекин мен өзімді настоящий мусульман дей олмайын. Чүнки мен намаз оқымайман, хаджға бормаганман, хама нәрсаны тоғры қымайман. Харакат қыламану, мен общий правила, да, не убей, не укради, оғырлама, не пробуждайся қыламан. Просто, қана десам, стараюсь быть просто хорошим человеком. Не считать себя там жестким, правоверным человеком, да. Потому что в современном мире сложно быть успешным и быть религиозным человеком. Уйландизми ёмы? Конечно, мы уйлангамы, қызым бор, екі яшам. Да? Яшайсыз ба, озы бірге, амасыз ба? Конечно, конечно. Просто көрсетмеймін, чүнки хотыным қоқламайды. Хотыңыз мұлады қанаға? Өріс. Өріс? Өріс, мен бірінші, моя первая девушка, менің хотыным бұл. Почти өн ел білді жүр. Москвадан да? Москвада өлшірашқанымыз. Берді танышқанысыла, шөйерді қолды. Ені оқырғы сауылардан бұттасы, Азам Ходжаев бір ойда қанша бұл топады? Қиын айтыш, чүнке... Примерні, средіні. Мен ама интервьюда айтайым осы миллион рублей. Миллион рублей. Көп роғам топаман, лекен... Средіні шо миллион? Бір миллион айтаман, лекен, например, каршенің 3-4 миллион пүлі еді. Ойға, өзі 526 да. Өзіңіз екен именно? Йо, лизинг. Лизинг. Каршерингді... Бұл қане бұл? Лизинг оласыз, 3 жылдан кейін отбивать қылады? Отбивать қымайды, чүнке өзі каршеринг жүді қиын бизнес. Яндексті... Яндекс драйв кіріп елі монополисті олды. Яндексті ортасыдан нарқылар түшіп кеткен. Ихам өзір выживат қылайды. Все борются за долю рынка, чтобы остаться на этом рынке. Ярым елді ішіда 4 каршеринг жүй өлді. Біз, Худого шүкір, не то, что өлмадейік, наоборот, осы-осы-осы Яндекстан долю-долю кусаем потихонечку. Чүнәлі, мана енді сіз бізді юрттошыларға нема деп маслахат берасыз? Мана өз чүнәсіз көп, мана бізді келі көпірок келіп, стройка кешілешады, магазинларды, шу айнан, берді қанай выживат қылыш керек, қанай көп мүл топыш керек? Мені, например, наверное, көп подписчиклер озыр чүмайды, лекін бітті совет. Хамма топкан пүлді, ото онайызға жүнәтмайлар. Просто мені хештаварларым, хаммасы, мені жүрәларым, өшіл Тожикстандан, Өзбекистандан топкан пүліні ото онасызға жүнәтады, хештаварларға, и еч қачан раскрутиться қылылмайды. Например, 50 мин топтымы, 10 мин өзіге расход кетті, 40 минді жүнәт. 50 мин топты, 10 мин расход кетті, 40 мин жүнәті. Постоянно кресиный бега болады. Ярымыны как минимум олып, қойыш керек, и брон жойге инвестировать қойыш керек. По-другому невозможно будет из этого вырваться, вот, невозможно будет выпрыгнуть. Даже, например, ну просто вот, да, у меня там родственник есть, он водитель, он в этом фуд-сити берет фрукты, овощи и возит там Брянск, Пенза, еще чего-нибудь. Он все деньги отправляет родителям. А если бы он хотя бы половину откладывал, он бы уже скупил свою машину, а не арендовал бы этот Ford там какой-то и не платил бы за него 30 тысяч рублей в месяц. И так потихонечку он бы мог бы раскрутиться. Вот это вот момент, который меня всегда обижает, но меня, например, отец не понимает. Да, говорит, ну они правильно делают, что они все деньги отправляют потом на родину. Но сын или дети, они не обязаны жить и работать для родителей. Человек, он
только для себя должен в первую очередь закрывать свои потребности. Потому что из этого вытекает проблема, что ёж боллар, 25-26 яшарга кирип, хотынны олады, хотын Тожикстан, Өзбекстанда қоп кетады, боласымнан яна. Бияда келіп ішлайды, 30,000-50,000 орқасына, хама пул өшеқі кетады, тамам. Бола жизни не видит. Да, например, кубы... Многие ребята из Узбекистана, Таджикистана, да, Узбекистана из Таджикистана, кроме России ничего не видели. Ни разу на море не были, ни разу там девушку не могли сводить куда-то в ресторан. Еще один момент, например, многие меня могут не понять, потому что родители наши, да, мои родители тоже хотели, чтобы я женился на узбечке. Да? Угу. Но если вы любите любую другую девушку, русскую, неважно, молдаванку, американку, негритянку, надо жениться на ней. А не потому, что бабушка с дедушкой или папа с мамой сказали, нет, ты должен жениться на узбечке. Они женятся там, на узбечке, ребенок рожается, они живут здесь все равно и гуляют с другими девчонками. Нету любви. Надо все равно делать по любви. По то, что есть, когда у тебя есть большое желание, а не когда тебя заставляют. Понятно, что есть разные вещи, что мы обязаны помогать родителям. Я там своих родителей обеспечу там, с 20 лет полностью. Как только у меня появилась возможность, но у меня когда появилась возможность, они никогда меня не требовали. Да, например, просто я знаю, там мой дядя звонит моему, получается, родственнику, двоюродному брату, и говорит, когда ты мне вышлешь деньги, потому что ему надо машину обновить. А пацан здесь круглосуточно работает, разбивается в лепешку, чтобы заработать эти деньги. И вот это, я считаю, неправильно. Чунали, хорошие советы, кстати. Будущее, 5 лет актуальный бизнес, какое направление? Одамла вкладываться в лишь керек. Озер Узбекистанда, хамамыз биламыз, президент, башка президент келгенден кейин, гораздо лучше бизнес-климат. Да, так как вот там я, год назад я ездил, меня приглашали из правительства, да, чтобы я посмотрел, увидел, какие возможности открываются, там, заводы, не заводы. Действительно, сейчас можно реально воровать идеи, ну не воровать, а взаимствовать идеи из России, из Америки и открывать это сейчас в Узбекистане. Какое направление, Ларда? IT. IT. Озер Узбекистанда катастрофически не хватает IT. Просто программистлар, просто SMM-менеджер, просто сайт клайдыган одамлар. Просто чтобы с компьютером работать. Чунки ушака технология ларозы келады. Уже там есть оплата карточкой, да? Но скоро придет там оплата там, телефона, можно, я не знаю, что там есть. Но все, что связано с IT, все, что связано с камерами, там, а цифровизация, вот технологические вещи, это все туда придет. И это все будет приносить огромные деньги. Просто чуть-чуть попозже. Там появилась эта сейчас возможность. Там вот получается революция будет сейчас индустриальная. И ею надо воспользоваться. Не надо думать о том, как заработать сейчас первые деньги на стройке. Потому что у узбека или у таджика или у казаха первая идея, когда возникает, где заработать, идут либо на стройку, либо в ресторан, официант или еще кто-нибудь, да, либо такси. Вот надо перетерпеть вот этот момент, желание быстро начать зарабатывать деньги, а вот учиться. Ну, книги реально помогают. Я почему там чего-то добился? Потому что я всегда старался учиться. Я в 14 лет дадам стройка дачлера, дадам плиточник, мастер-плиточник. Бору біз метонды мешат қыламыз, например, а? Метонды бетон мешат қыгандан кейін ташайман, тавырлайман, дадамға бері ораман, өзім бору бүйгіріп, кухняға бору китоб оқиыма, оқудым, да? Чүнкі менге интересны болады. Мен өші апайтыларыда, өші апайтында, секонд-хендке борып, костюм сотып алдым. 400 сум, 600 сум да. И костюмда юрдым. Чтобы стройкада красиво выглядит. Красиво выглядеть, чтобы внутри был стержень, чтобы всегда была четкая позиция. Я буду бизнесменом, я не буду работать на стройке. Да? И чтобы люди это тоже знали. То есть у моего любого одноклассника спросить, как ты думаешь, кем бы был Азам, вот в то время, если тебя спросили, все 100% бизнесмена. Да? Потому что я всегда, у меня ни копейки не было, денег в кармане абсолютно, но я всегда говорил, что я буду бизнесменом. Я к этому стремился. И вот долбишь в одну точку, и реально ты им становишься. Здесь, в Москве, очень много людей из Узбекистана, которые зарабатывают огромные деньги. Конечно. И причем бизнес связан не со стройкой, не с уборкой улиц, не с ресторанами, реально технологические компании. У меня есть друзья из Узбекистана, там Рустам Авеза, да, IT-компания, Азиз Ахметов, да, мукомольный завод, Улугбек Хона, который в Дубае, завод бронированных автомобилей, да, Инкас. Это все люди, которые добились огромных успехов абсолютно с нуля, точно так же. Алишер Усманов. Алишер Усманов — это еще во время СССР, да, как бы люди, которые поднялись там, в 90-е годы, я не особо их... Бизнесменами считаю, да? Не-не, они безусловно бизнесмены, они 100% бизнесмены. Но
у них были другая, скажем так, другие возможности. Да? В основном они все заработали за счет приватизации и за счет того, что они шевелились где надо, с кем надо, вот такого формата. А ребята, которые сейчас зарабатывают, становятся миллионерами, там, мультимиллионерами, они исключительно за счет своих возможностей. Ну, есть фраза, да, что деньги лежат у нас под ногами. Они реально лежат у нас под ногами. Надо просто понять, как их собрать. Люди хотят заплатить вам денег. Надо просто понять, как это сделать, понять, как собирать эти деньги, вот идеи. У меня в голове было миллион тупых идей, вот просто миллион. Я их записывал, зачеркивал. Прежде чем мне там как-то я стал успешным, там, например, мне говорят, там, ты на крипте заработал большие деньги, да, тебе повезло. Да, повезло, но в 2016 году, когда не было еще хайпа с криптой, я услышал про биткоин в 2016 году, мне эта тема понравилась, я подумал, а реально же она может быть развиваться, а реально я купил потом ферму. Да, я купил ферму, я проверил, как работает, сколько приносит, и я полгода ждал перед тем, как начался хайп. А когда хайп начался, я был готов, я сказал, камон, давайте бабки идите сюда. Да. Можно назвать это удачей? Можно. Но я же помимо... Просто много людей, которые про биткоин узнали в 2010, 2012, 2015. Но никто ничего не сделал. Я как только узнал, я сразу это реализовал. Вот, наверное, это очень важная черта предпринимателя. Когда ты что-то тебе в голову приходит, пытаться сразу это реализовать. А долг брать, это нормально? Я постоянно в долгах. Да? Да. Я постоянно в долгах. У меня постоянно кассовый разрыв. Я много денег должен. Так как... Здесь очень такая грань. Мне очень в день пишут больше 10 человек, которые просят денег долг. Кто просит на тупые вещи, типа дай на билеты в кино, либо не хватает денег на машину. Кто-то просит там на подарок маме, на свадьбу, там, на лечение, еще что-нибудь. Я таким людям вообще никогда не даю, да, в директ. Потому что несколько раз меня обманывали, я теперь вообще не даю. Но людям в долг дают или там в бизнес инвестируют, когда у людей есть уже какой-то проект позади. Вот когда они что-то уже сделали, они там доказали свои компетенции, доказали, что они реально могут что-то заработать и отбить, тогда им дают. А так не дадут все равно, нет смысла спрашивать. Да? Вот многие спрашивают, где взять деньги на начальный бизнес. Есть там вот английская поговорка, да, это семья, это друзья и дураки. Вот кроме них никто все равно не даст. Поэтому нет смысла пытаться там где-то искать, пока у вас нету опыта. Как только опыт появится, тогда можно уже пойти к кому-то. Вот появился, есть маленький магазинчик, там, маленькая точка там, с цветами, с мороженым, начали продавать. Вот это мой совет. Многие боятся, вот как начать бизнес. Да, вот если я сейчас здесь был бы, я просто принес бы сейчас холодильник с мороженым, сюда поставил бы, начал торгать. Понятно, что через час придут менты и начнут выгонять. Я скажу, окей, вот когда вот я начну решать вот эту проблему с ментами, я научусь решать проблемы. Я пойму, что, например, не знаю, здесь 100 тысяч рублей стоит, да, точка, я посчитаю, не стоит. Поехал на ВДНХ, поставил. Самое главное правило – не бояться вот этих проблем. Потому что ошибаться. Да, да, когда ты ошибаешься, ты учишься. И вот каждый этот опыт, он потом позволит тебе зарабатывать больше. Прежде чем я начал зарабатывать хорошие деньги, там еще на горбушке, я проверил больше 10 бизнесов точно. И они все как бы в итоге закрылись, да. Я пытался работать, вот еще где деньги. А сколько проектов были? Их было больше 10. Я продавал специи, покупал оптом, расфасовывал. Вот, сейчас на рынках это как бы популярно, да, там куркума, там черный перец, бадьян и прочее. А я это на доставку делал, да, интернет-магазин. Я пытался офлайн в онлайн перенести. Ну, не пошло, так как доставка стоила дороже, чем специи. А инвестиция был? Инвестиция 30 тысяч рублей, пошел, купил на заводе там 10 мешков, они же дешевые специи. Вот, у меня был бизнес по продаже и установке кондиционеров, у меня был бизнес по продаже, по производству чехлов для техники Apple. У меня были даже, вот если к Инстаграму идти, у меня были паблики ВКонтакте, тогда еще были популярны в 2012 году. Я покупал паблик и перепродавал. Либо покупал большой, из него еще один маленький делал и маленький продавал таким образом. Или просто еще на рекламе зарабатывал таким образом. Айфоны перепродавал еще до того, как на горбушке появился. То есть я первые деньги заработал как раз тем, что когда мы были в Таджикистане, мне отец купил такой китайский телефон с огромным динамиком, тогда популярным, за 100 долларов. 5-6 динамиков. Да, с сабвуфером еще. Я приехал в Москву, Сергиев Посад, там, под Москвой, продал, заработал на этом денег.
я приехал сюда в Митинский радиорынок и начал взять и брать, да, и начал посадить продавать. Я деньги зарабатывал везде на первоначальный взнос на обычной работе. Я работал там с отцом на стройке, я работал охранником, я работал связном, я работал по продаже 1С, занимался промышленным шпионажем. 1С? 1С, да, я продавал. Я работал в компании по продаже посуды, в крупных магазинах цветочных горшков. То есть я постоянно пытался заработать немного денег, чтобы попробовать вложить в бизнес. У меня даже была точка Тонар с овощами, которую я открыл вместе с дядей. Да, дядя меня уговорил, я вложил 200 тысяч рублей, все, что было, как бы у жены, жены деньги взял даже. И мы вложили эти деньги в Тонар этот зимой в спальном районе. В итоге он весь заморозился, то есть стекло не видно было ничего. Две недели он простоял, все продукты испортились. Дядя уехал на Новый год в Таджикистан. Оказалось, что он с участковым не договорился по свету, он свет вырубил. И, короче, минус 200 тысяч рублей за 3 месяца. Такие проекты тоже. Закрыл на этом историю. Я пробовал пытаться продавать грузоперевозки. То есть это газели, когда возили грузы, я пытался найти на них клиентов. То есть я делал все, что приходило в голову. Просто пробовал. И в итоге наткнулся. В итоге наткнулся, да. На биткоине. На биткоине. А первый раз когда слышал, от кого слышал? Вот в 2016 году. Просто кто-то предлагал или в интернете? Не-не, просто пришел мой сотрудник, он говорит, есть Darknet, а так как я тогда занимался айфонами, горбушкой, я покупал айфоны в Дубае. И у нас всегда стоял вопрос, как передавать деньги. Деньги. Да, и мы искали все возможности. Да, как бы ему узнали, что есть Darknet, и там люди расплачиваются друг с другом биткоинами. И мне стало интересно. Я начал читать про биткоин, узнал, что есть другие криптовалюты, что есть эфир. Из-за него я собрал ферму и пошло-поехало. Это было в 2016 году. Понятно. Ну, чисто случайно, скажем так. Ну, в принципе, все. Мотивацию получили. Катта рахмат, что смотрели этот выпуск. Достаточно. Азам Худжаев каналы описание добавляли, крылья обуна были, но умно саломает пыли. Еще последний вопрос. Сколько стоят часы? Хозер где-то 7000 долларов. Доллар, да? Есть кислород. Ага. А гапла бы себе мало. Самое главное, во-первых, катта кечерас, что мы хам узбекчилар хам вырастили, чунки уже в России 20 лет ощущаемыз. Катта рахмат, что сюда харадларис. Надеюсь, вы все поняли, что я хотел сказать. Если у вас есть желание смотреть, как я развиваюсь в России, можете перейти на канал. Буду рад вас видеть. Самый главный совет – не бойтесь и просто пробуйте. Пробуйте. Не обязательно идти по легкому пути. Я считаю, что когда ты идешь на стройку, либо таксистом, это легкий путь. Это реально легкий путь, потому что ты там работаешь руками и головой не думаешь. Надо все-таки стараться думать головой. Сейчас есть реально возможности крутые в Узбекистане начать зарабатывать, занять свое место в определенной нише. Так что я желаю вам удачи. Я очень надеюсь, что в следующем году буду в Узбекистане и буду вас рад видеть. Катта рахмат. Сига катта рахмат. Рахмат. Соферда таксиле қилиб юрган юрдошларимиз учун қисқача реклама. Сиз ўзингизнинг таксопаркингиздан норозимисиз? Ортиқча фойизлар олишяптими? Демак, сизларни ўзимни таксопаркингга таклиф қиламан. Мана бу таксопаркингда, дўстлар, ортиқча фойизларсиз, тўғрироғи 5% ишлашингиз мумкин. Қизиқдингизми, дўстлар? Экранлардаги телефон рақамларга мурожаат қилишингиз мумкин. Биз сизларни Uber, Bolt, Get, Vizyot Яндекс такси агрегаторларыға улаймыз. Қошымча маалыматларды экранлардағы рақамларға телефон қылып, батасын сұрашуларыңыз мүмкін.